Петербургские улицы начнут ремонтировать в конце мая. Чиновники обещают, что вскрывать свежий асфальт для прокладки труб не будут. Работы проведут комплексно вместе с ресурсоснабжающими организациями. Примерные адресные программы ремонтов есть и у энергетиков, и у различных комитетов города, но не всегда адреса и сроки работ в них совпадают. Чтобы земляные работы не выполнять дважды, а горожанам лишний раз не стоять в пробках, все проекты проходят Государственную административно-техническую комиссию, ГАТИ. Она корректирует графики, чтобы выходить на объект повторно не пришлось. И неважно, городская адресная программа должна претерпеть изменения или федеральная. Есть действительно государственная программа по реконструкции там, или развитию строительства сетей, то в первую очередь строятся сети, а потом дороги. Это логично. Все объекты, которые включены в адресную программу ремонта дорог, они не пересекаются с работами по инженерным коммуникациям. Эту работу заблаговременно провела административно-техническая инспекция. В этом году КРТИ планирует отремонтировать 71 дорогу. Самым богатым на ремонты и затратным для бюджета станет Адмиралтейский район. В нем обновят 14 объектов, крупнейший из которых – Вознесенский проспект. Планируют отремонтировать и Садовую улицу по всей длине. Правда, если правительство города одобрит внесенные комитетом поправки в бюджет.